Роман Герасимов, организатор и участник знаковых российских экспедиций и соревнований по внедорожному спорту. Подводя итоги, Чухлома прошла здорово, хоть и прошла без меня. Вот, как всегда, с пользой, с толком. Там нельзя просто одному заявиться. Минимум две машины, два экипажа. Регистрация заканчивается за 3 минуты. То есть люди уже сейчас готовятся к следующей Чухломе. Да, она будет через год. Проходил финал чемпионата России по трофе-рейдам на квадроциклах. Машин там не было. Довольно много квадроциклов было. Несмотря ни на что. То есть народ приезжает. Если ты болен, видимо, внедорожной темой, то уже это ничто тебя с этого не своротит.